Что, Николай Павлович, выпьешь за мной? Руслан, зачем ты все это делаешь? Я-то от скуки. Скучно мне было на ваших уроках про квадраты катетов или что там у вас, чему равно. И сейчас скучно. Вот вы такой умный, знаете, синусы, косинусы. И что, счастливее стали? А? Подыхаете в этой дыре с копеечной пенсии. Выпей, Николай Павлович, за упокой своей души. Ну не хочешь за своей, за ее выпей. Эй, козлы, слушайте внимательно. У меня здесь 3 человека. Если я еще один хоть шорох услышу, буду убивать по одному. Как услышу, так и убью. Еще я смерти не боюсь. Положу всех 3, а потом себя. Ну, может, и кого из вас, урода, с собой прихвачу, ясно? Сюда иди. Не надо, пусти. Тихо, жучка. Хозяин палатки соскучился. Прекратите немедленно. Смотри-ка, голос подала. Ну-ка еще раз, голос! Все нормально, тихо, тихо, мы свои.